Проскуров слушает. Сергей Алексеевич, будете пересаживаться, как обычно? Не останавливаюсь. Поехали дальше. Это очевидно. Пока не будет готов договор, я без своего адвоката в вашу сторону даже смотреть не буду. Вызывали, Роман Александрович? Угу. Проходите. Вчера на некоего Проскурова, владельца сети супермаркетов «Стелла», было совершено покушение. Стреляли в машину, точнее, в того, кто сидел за рулем. Тебе не интересно? Обычно Проскуров водит машину по трассе до города сам, но уже в Москве его возит его личный водитель. Но в этот раз по какой-то случайности Проскуров за руль не сел. И вместо него застрелили шофера. Значит, работал кто-то из ближайшего окружения. Тот, кто хорошо знает привычки Проскурова. Угу. Это тонко. Поэтому ты едешь в особняк Проскурова и работаешь. Координаты управляющего. Угу. Созвонись, договорись о встрече. Свободен. Игрушку оставь. Пока. Антон, а ты? Ты поедешь в Балашов. В Балашове у клиента усадьба. Он хочет отвезти туда жену и маленького сына. Подальше от греха, так сказать. Едешь туда, проверяешь персонал и систему безопасности. Угу. Все, работай. Вас ждут. Я знаю. Здравствуйте. Котельников Андрей Иванович, управляющий. Тихомиров Анатолий. Очень приятно. Ну что, посмотрим наше владение? Так.
Ну, что ты удумал-то, цветочная душа? А? Я что, 300 колышков должен тебе руками настрогать? Угу. Николай Петрович, вы не понимаете. Колышки должны быть сделаны руками. Тогда растению комфортнее будет с ними контактировать. Это же совсем другая энергетика. Энергетика в розетке, а я тебе не лампочка. Потом у меня всего две руки и работы полно. Николай Петрович. Андрей Иванович, скажите ему. Потом. 300 колышков. Колышки потом. Да он с ума сошел. Андрей Иванович. Тебе нужно строгать. Это они клумбы различают. У нас садовник нежен, величина мировая. На международных выставках первые места получают. Так вот у них с завхозом Быковым вечный творческий диспут. Территория у нас большая, поэтому несколько человек из обслуги живут здесь постоянно. Например, няня Алёши, Лишенко Оксана Фадеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик чужих боится. Ну что, да Лишенко, не замерз? Нет. Так, как дела? Поздоровайся с дядей. Смотри-ка. Оп-оп-оп-оп. Ой, как дядя умеет-то. Оп-пам-пам-пам-пам-пам. Мы будем считать, что познакомились. Да? Пойдем, Леша. Пойдем. Давай, шарфик поправим. Давай-давай. Виктория Александровна, из Барбакана приехали. Виктория Александровна, Тихомиров Анатолий... Валентинович. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Да. Извините, я через минуту в вашем распоряжении. Да. Алешка, да ну иду. Как вы тут играете? Ага. Скажи маме ну, шарик. Здорово. Смотри. Ой, какие молодцы. Красивые, да? Ну, что стряслось, Зиночка? Ой, тебя-то мне и надо. Ну, глянь на это безобразие, а? Опять вялую зелень прислали, а? Зиночка, сейчас ну, нет посмотри. Времени. А потом я позвоню и сделаю втык. Я тебя сколько просила сменить поставщика? Я... Ты сменил? Я сменю. Вот и смени. Я сменю. Вот и смени. Я сменю поставщика. Вот и смени поставщика. И побыстрее смени поставщика. В этом доме вообще начнут когда-нибудь продукты покупать в приличном месте? Готовить приходится черт знает из чего. Никому ничего не надо. Ну, просто вообще никому ничего. Нервов на вас не хватает. О, другое дело. Че встали? Работай давай! Ревас, не в духе сегодня. Работайте. Что делаете? Текущие работы по дому. Идиоты. Когда закончите? Недели полторы. Анатолий? Работы по дому нужно прекратить. Посторонние люди – это дополнительный риск. Анатолий, Аривас Тесадзе – свой человек. Его отец Шалва – друг Сергея Алексеевича. У них общий бизнес. И ребята в команде Риваза все проверены. Может, все-таки… Я настаиваю. Хорошо, я понял. Дом у нас небольшой, но уютный. Хоп. Аккуратнее, Лиза. Увидел бы садовник, была бы буря. Пойдемте. Там у нас кухня. Проскуров слушает. Гостиная. Так. Каминный зал. Хорошо, хорошо. Запрягай юристов и оформляй сделку. Срочно. Как нет? А кто? Где они? Подожди. Где они, я спрашиваю? Какой отпуск сейчас? Чего тебе? Из Барбакана приехали. А кто разрешил? Ах, да. Завтра в 14:00. Все у меня. Понятно?
Повтори. Пойдемте, я вам второй этаж покажу. Разработка рекламной продукции и распространение. Этим кто будет заниматься? Этим я, что ли, буду заниматься? А на втором этаже живут хозяева. Спальня. Игровая. Разрешите? Спасибо. Лизочка, займитесь делом, пожалуйста. Там у нас детская. Наверху детская, а вот здесь будет ваша комната. Угу. Пойдемте. Одну минуточку. В коридоре не работают лампочки. Нужно поменять. Но по всему дому мы расставим камеры. Самое главное. В каминном зале на стене висят коллекционные ружья. Их нужно убрать. Николай Петрович. На проводе. Наверху в коридоре надо лампочки заменить. Будьте любезны. Буду. Оперативно. Ну, с этим-то как раз просто. А вот насчет оружия, это надо с Сергеем Алексеевичем самим разговаривать. Только попозже и очень-очень аккуратно. Петя, сделай, пожалуйста, музыку потише. Простите, как вы сказали, кто там? Петя, сын Сергея Алексеевича. Сына Сергея Алексеевича зовут Алеша. Это, по-моему, его рано слушать такое. Петр, ребенок от первого брака. Пойдемте. Трудный возраст. Да. Сергей Алексеевич, ружья представляют собой потенциальную опасность. Необходимо убрать их в сейф. Они не заряжены, они коллекционные. Раз в год и палка стреляет. Может быть, теперь давайте все ножи из кухни попрячем? Если будет нужно, попрячем. Сергей Алексеевич, послушай профессионалов. Ладно. Чего еще? Мне необходимы личные дела всех сотрудников усадьбы. Это к управляющему. Нянечка Лишенко Оксана Фадеевна, кухарка наша Феклистова Зинаида, наша горничная Семенова Лиза. Кажется, вы ей понравились. Садовник Полдмич Нежин. Завхоз Быков Николай Петрович. У них вечный спор, но друг без друга жить не могут. Это компьютерщик наш, Володя Ирыгин. Он, правда, в доме бывает только по необходимости. А как вы работников нанимаете? Через кадровое агентство. Сначала они их проверяют, потом мы. Так надежнее. Охрана наша. ЧОП Байкал. Ну, этот вещевой рынок. Угу. У Проскурова, Шалва Тисадзе и Лори был на троих. Угу. Ну, Лори стал потихоньку общие деньги крутить. Попал, наделал долгов. Ну, в общем, Проскуров с Шаловой его в результате посадили, ну, а рынок поделили пополам. Да, лихо. Причем Шалова Тисадзе – двоюродный брат этого самого Лори. Вот такая семейная драма. Шалова Тисадзе, а он давно связан с Проскуровым? Ну, совместный бизнес у них уже лет 15. Вот что. Лори на днях обмолвился в камере, что Проскурову не жить. Так что ищите. Спасибо. Очень своевременная информация. Надеюсь, что... Счастливо. Счастливо.
Алло, Роман Саныч? Тихомиров говорит. Роман Александрович, нужно проверить Котельникова Андрея Ивановича. Да, личного дела управляющего здесь нет. Эти уедут, я тебя через неделю опять возьму. Ага, до связи. Алёшка! Сам ешь кашу, а я не хочу. Кюша, не буду. Кюша, где ты полез? Что такое? Что-то у нашей барышни руки совсем сегодня не держат. Да ничего. Здравствуйте! Дорогого гостя принимаете? О, Батона, Гамарджоба, здравствуй, дорогой. С подарками, как всегда. А как? Проходи, садись. Лизочка, еще один приборчик. Ну, суп выпей тогда. Ну, хозяйки красавицы, мое почтение. Рада вас видеть. Присаживайтесь. Здорово, Пузырек. Здорово. Пузырек не слушается. Гамарджоба, охотник. А ты чего такой надутый? Двойку, что ли, получил? Две. Молодец. Весь в отца. Угу. Дядя Шало, а помните, как мы в прошлом году на охоту ходили? 3 дня в лесу ночевали. И сейчас поедем? Значит так. В Балашов поедете обязательно. Зачем Балашов? Потому что тут опасно. Сереж, я не хочу в Балашов. И почему, как проблема, нужно обязательно ехать в Балашов? Я прошлую поездку без содрогания вспомнить не могу. Отправил меня туда, у меня там роды раньше времени начались. Все. Больше это не обсуждается. Господи. Тема закрыта. Уши не отвлекайся. Не хочу. Петька, ты тоже поедешь. А я не хочу. Я на охоту хочу. Вот тут ты не прав. Слово отца для сына закон, сказал отец, значит, все. А я не поеду. Поедешь! Смотри. Да, самолетик летит. Сволочи! Уроды! Ненавижу! Роман Александрович, тут оказалось, что управляющий Балашовской усадьбой Никодимов скрыл судимость. 5 лет назад он уже отсидел за растрату, и я отстранил его от работы. Да. Необходимо решить вопрос о его увольнении. Угу. Будешь хлеб? Хлеб будешь? Принеси, пожалуйста. Да. Ага. Ой, это я не вам, извините. Да. Ну, в остальном проблем никаких нет, так что... Я скоро тут все закончу и привезу вам отчет, да. Я сейчас как раз еду к Проскурову и там решу вопрос о новом управляющем для его Балашовского имени. Давай-давай, шустрее открываем. С добрым утром. Здравствуйте, Роман Саныч. Привет. Как ты? Нормально. Что у вас? Ну что, все досье мы проверили. Охранники Проскурова. Все тщательно проверены.
Начальством ЧОП Байкал. Это хорошо, хорошо. Завхоз Быков работал с Проскуровым еще с тех времен, когда тот был начальником отдела в НИИ. На него у нас тоже ничего нет. Да и возраст у него. Да, садовник Нежин. Неоднократно получал призы на международных выставках. Довольно широко известен. В своих узких кругах. Зарплата у него, я тебе должен сказать, ого-го. Но молодая жена Проскурова очень любит живые цветы. А няня? Что няня? Да, что няня? А, няня. Няня гражданка Украины, она устроилась работать в Проскурову год назад, а до этого 20 лет работала в харьковской школе. Вот что удалось выяснить на сегодня, Сергей Алексеевич. Заказчиком убийства, по одной из версий, является Томас Лория, ваш партнер по бизнесу. Лория? Вот тварь. Лория. Лория. Вот дрянь. Дрянь. Мало того, что начал общие деньги крутить, чуть рынок не разорил, так еще себя обиженным считает. Завтра утром сюда приедет несколько человек из Барбакана. Тихомиров старший. А вам самому до отъезда в Балашов категорически нельзя покидать усадьбу. Это чего? Я из-за этого урода должен сидеть в норе, как заяц? Тварь. Дрянь. Тут не так все просто. Ну, я слушаю, слушаю. Сергей Алексеевич, Никодимов вскрыл, что он сидел. И, скорее всего, связан со своими бывшими, да? А время сейчас опасное. Учитывая это, все-таки Никодимова нужно уволить. Андрей, ну поди сюда. Кем мы можем заменить Балашовского управляющего? Совсем заменить? Совсем. Вот товарищи у нас тут. В общем, Никодимова увольняем. Ну, Мишей Федоровым, заместителем его, он в Балашовской усадьбе 5 лет. Федорова мы проверяли. У нас к нему вопросов нет. Оформляй Федорова. Пойдем со мной. Толь, еще новость хочешь? Ну? У Котельникова-то тоже была судимость. Ничего себе. Да, умеет Проскуров себе управляющих подбирать. Но тут еще другая история. 6 лет назад Котельников был директором нескольких проскуровских магазинов. Нагрянула налоговая, выявила серьезные нарушения. Котельников все на себя взял. Иначе Проскуров бы вместе с ним сел. Сам понимаешь, другая статья, сроки посерьезнее. Ну да, преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Вот-вот. Получается, Котельников Проскурова выручил. Ну да, а потом Проскуров выручил Котельникова. Котельников ведь сел на 4 года, а вышел через 2. Есть информация, что выкупал его сам Проскуров. Выходит, друзья. Выходит. Еще один вопрос. Мальчик этот, Петя, сын Проскурова от первого брака. Странно он себя ведет. Тут не так все просто. Проскуров-то Валентину, мать Пети, бросила за молодой. Ты же сам видел, какая молодая. Валентина долго в депрессии была. Развод до сих пор не оформлен. Отношения очень натянутые. Но на пацане это не могло не сказаться. Да. Видно, что мальчик очень сильно ревнует отца к новой семье. А Проскуров с ним очень холодно.
Как с посторонним? В каждой избушке свои погремушки. Толь, это не наше дело. Как отец с сыном ладят, согласен? Ну да. Да не останетесь вы без работы. Мне уже, походу, 3 объекта предлагали. Я из-за этого Проскурова отказывался. То работай, то не работай. Так нормальные люди не делают. Что, пацаны, что ли, какие-то? Ага. Да Проскуров этот людей за людей не считает. Бизнесмен, твою мать, гнида. Крестного моего, дядю Лорию, ни за что в тюрягу засадил. Сволочь. Ни за что. А крестный мой реально рынок поднял, слышите? Один за троих вкалывал. За себя. За отца моего. Из-за этого сволочь Проскурова. Да, взгляд у этого Проскурова тяжелый. Дерьмо человек. Кто? Человек? Это здесь он человек. А попал бы во время войны в мой взвод, я бы на него посмотрел. Ой, как посмотрел. Фуфло, а не человек. Ривас, хватит. Ты как о своем спецназе начнешь, тебя не остановишь. Ривас, ты чего? Ты меня не затыкай. Хорош, хорош, Ривас. Понял. Ривас, ты чего? Пусти. Наливай. Чего смотришь? Наливай, говорю! Так, значит, Андрей Иванович, наш специалист проверит компьютерную систему дома. Покажите ему, что, где, куда. Ладно? Угу. Давай. Камеры по всему периметру, по 2 над каждым входом. Во все комнаты, кроме кабинета хозяина и спальни. Да. И обязательно на кухне. Давай. Работайте, дружище. Сейчас, подождите одну секунду. Что, считаешь, нет? Не исключаю такой возможности. Сейчас не могу, позвонить попозже. Еще. Слышь, ты, да. Длинный, мне надо, чтобы ты со мной в Крылатский съездил. Это не входит в мои служебные обязанности. А я отцу скажу. Поедешь как миленький. А вот это уже твое личное дело. Аккуратно. Сюда, сюда, Саня. Ну, хорошо. Ну как, все в порядке? Да чего тут третий барахлит? Понял. Ну как? Коль, посмотри, так хорошо будет? Да, нормально. Сергей Алексеевич, вы просили меня зайти? Ваши люди круглосуточно сидят в моем доме. Я дал добро на все ваши действия. Управляющего уволил. Прекратил работы. В моем доме. Так? А ваш человек игнорирует просьбу моего сына. Значит так. Или он съедет с Петром куда надо, или он у меня больше не работает. Я сейчас ясно выразился? Хорошо, он съездит. Сейчас приезжаем, уходим из машины. Я впереди, ты за мной. Я с твоим пистолетом. И даем этим уродам оторваться. А чем они перед тобой провинились? Не твое дело. Но все-таки. Трон одного. И плеер отобрали. А пистолет тебе зачем? Стрелять будешь? Короче, надо дать этим уродам так, чтобы мозги по асфальту. Ясно. Убил
убивать будем. На дорогу смотри. Ну что, Димон, давай, ходи. Ну? Да сейчас, погоди. Слышь, ты! И кому сказал? Не, ну что ты там сидишь? Молодые люди, будьте любезны, если вас не затруднит, подойдите сюда на минуточку. Пошел ты. Ирис, ты что, уснул? А? Ходи. Хорошие у тебя друзья. Ну что, Юрец, нет у тебя козырей? Давай, давай, забирай. Ну, отойди. Мужик, ты чё? Успокойся. Ты чё делаешь-то? Ёлки-палки. Извините, пацаны, первый раз за рулем. Ну что, чего-нибудь скажете? Или мне дальше ехать? Да на, подавись ты своим плеером. Мне им после тебя пользоваться? Западло. Поехали. Что стал? Давай раздавай. Давай, давай. Клевое место. Нравится? Нравится. А я люблю сюда приходить. Слушай, дай пистолет посмотреть. Ну, пожалуйста. Ну, чё, тебе жалко, что ли? Зачем? Просто так. Так, а вот таких шуток я не люблю. А кто тебе сказал, что это шутки? Домой поехали. Поехали, поехали. Как вы вообще смеете меня в чем-то подозревать? Я 20 лет проработала в столовой, ни одного выговора. Камера здесь необходима, а у меня к вам совершенно другой вопрос. Как вы устроились сюда на работу? В вашем личном деле нет об этом записи. На работу меня, вон, племянник брал. Уговаривал, я не хотела. Вот вам котлетки, вот вам пирожки, вот вам супчик, вон отсюда. Вон, я сказала! Вот так. И чтоб на моей территории я тебя больше не видела. Тоже мне начальство. Тетка моя. Но готовит. Сумасшедший дом. Вы сами пробовали. Фу. Может быть, камера на кухне все-таки лишняя? Зинаида дама с характером. В данном случае безопасность важнее. Ну, вам виднее. Алло. Да, хорошо, сейчас идем. Значит, вирус один на всю домашнюю сеть.
Постоянно дает сбои то одного, то другого компа. Естественно, начинает клинить всю систему. Так, а вирус из интернета? К нам Володя Ярыгин переходит. Хороший специалист. Нет, не из интернета. Ваши антивирусники сразу его подцепили бы. Похоже, что его специально сюда кто-то установил. Скорее всего, этот ваш специалист. С какой целью? Это не ко мне. Это к вашему специалисту. Что, Володя Ярыгин сюда его и установил, что ли? Видимо, так. Вот же чара. Такие бабки платим. Да, чуть не забыл. Еще одну странную вещь я обнаружил. Мальчик этот, сын хозяина, регулярно посещает сайт самоубийц. Довольно странно для его столь юного возраста. Я в доме не стал никому говорить. Это все-таки личное дело пацана. Но тебе на всякий случай. Слушай, а как можно посмотреть, что он там на этом сайте делает? Сейчас доберусь до офиса и скину тебе пароль, ключи. Хорошо? Договорились. Счастливо. Удачи. В особняке людей прям в глазах рябит. Надолго канитель такая, а? Пока будет необходимость. Это у нас кто? Ой, какая фотография. Смотри. Я потом маме отдам, хорошо? Хорошо. Поймали озорника. Красивая фотография. Спасибо. А это кто? Это муж в таком же возрасте, как Алёша. Ну, правда, они не очень похожи. Шалва приехал. Понятно. Значит, сегодня вечером буду шашлык. Послушай, Ярыгин. Наш специалист не ошибается, это исключено. Ты понял? Да я вам говорю, они из интернета этот вирус подцепили. Да я вообще не понимаю, при чем здесь я, ну... Мы знаешь, что сделаем? Мы сейчас всех твоих клиентов проверим и посмотрим, есть у них аналогичный вирус или нет. Как идея? Может, не надо? Ну, это уже конструктивный разговор. Ну, дальше. Я на машину коплю. Ну, и поставил программку. Она не вредит, она ничего не удаляет. Она просто дает небольшие системные сбои. Ну, чтобы меня еще раз вызвали. Вот и все. Вот и все. Значит, у всех остальных клиентов... Что? Ну? То же самое. Вот здесь помидорчиков не хватает. Да, помидорчиков не хватает. Зиночка, а ты соус сделала? А то. Шалва Гурамович без моего соуса шашлык не ест. Угу. Так, подождите. Угу. Вот сюда. Ну можно? Что вы, давайте. Спасибо. Прошу вас. Сюда. Ой, салфеточку. Mm. Ой, переставь. Да. Вот так. Песня. Салатик подвинь. Угу. Так, по-моему, ничего. Угу. Так, приборы. Так, вот сюда, правильно. Хорошо. А соус? Соус поставь ближе к центру. Уже. Так. Ох, как это. Мне надо с тобой поговорить, очень серьезно. Ну, давай не сейчас, а? Ну, ты видишь, я занят. Давай, иди отсюда. Шикарный шашлык. Вот эти хорошие. Да. От них не кашляют. Петя! Ты куришь? Я курю. Вы же не курите вроде. Иногда балуюсь. К столу идите, шашлыки готовы. А ты не стукач. Спасибо. Доброе слово и кошке приятно.
Слушай, а что такое асфиксия? Это удушье. Это значит, когда повесится и будет асфиксия? Да. И выглядит это ужасно. Почему? Потому что лицо у человека распухает, синеет, вываливается язык. Понятно. Да. Совсем не романтично. Ладно. Прошу к столу. Шашлыки готовы. Как у тебя готовность? А уже шашлык готов. Наливаю. Давай. Давай. Какие запахи. Пожалуйста. Давай, дорогой. Давай. Лиза, неси давай, где ты там застряла? Вы когда-нибудь спите, охрана? Не дремлет. Молодцы. Подожди. Давай салатницу большую неси. Давай. Споем песню вот эту вот. Какую? Любимую Лори. А. Спой, пожалуйста. Жужу на цвиба мовида, дидимин дори данама, 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 дидимин дори данама. Ну, Бутон, сейчас придется тебе опять парашу выносить. Пофил ты, Бутон. А будем пофили. Больше не играешь. Лория, давай с нами. А господин Томас Лория у нас типа крутой бизнесмен. Ему с уркаганами играть западло. Давай, давай. Круче него только яйца, да? Ответить бы надо, корешок. Было бы на что. О, а он меня презирает. Ты че? Ты меня презираешь, да? Ты меня презираешь, так ты фраер дешевый. Отвали, козел. Че? Ты че? Ты че, рамсы попутал, что ли? Ты кого козлом назвал-то, а? Тебя. Да я тебя сейчас за козла-то. Да я тебе шало-то подрежу сейчас! Ну-ка! Ты что делаешь, да? Ну все, тихо. Что случилось? Ну все, хана вам, уроды! Наверное, сегодня будет замечательный день. Так оно и будет.
Весна скоро. Земля просыпается. Николай Петрович, чувствуешь торжественность момента? Чудной ты тип, Павел Дмитриевич. Вот что я тебе скажу. Ну какая весна? Снегу навалило. Вообще удивляюсь, как я тебя до сих пор терплю. Цветочная твоя душа. Потому что ты, Николай Петрович, в душе поэт. Только я не понимаю, почему ты это скрываешь? Да иди ты. Тихо ты как. Спокойно. Ага. Открываем. Здравствуйте, Роман Александрович. Проскуров уже ждет в кабинете. Привет, привет. Давай, пойдем дело срочно. Вчера Томас Лория был убит в лагере во время драки. Слишком вовремя. Вам не кажется, Сергей Алексеевич? Это вы что, меня подозреваете? Смешно. Очень смешно. Ну что ж, раз вот так все произошло, все? Свободны? Сергей Алексеевич, я боюсь, что вы неправильно понимаете сложившуюся ситуацию. Дело в том, что практика показывает, что если заказ оплачен, он будет выполнен вне зависимости от того, жив заказчик или мертв. Это действительно так? Ну да. Иначе киллеру грош цена как профессионал. Ладно. Работаем дальше. Железные нервы у нашего клиента. Иначе у него ничего бы и не было. Да уж. Ну, пойдем, времени в обрез. А запрос Полишенко на Украину отослали? Ответ будет завтра утром. Информацию сброшу тебе по e-mail. Так что сказал клиент? Работаем дальше? Работаем дальше, Роман Александрович. Даже для вдохновения не примешь теперь. Вить, смотри. Ух ты. А, теперь другое дело. Она этот фокус уже в пятый раз проделывает. Здорово, бойцы. Ну что, все нормально? Как видишь. Да. О, Баранов пожаловали. Пойду встречу. Слушай, а симпатично у тебя здесь? Да ну. Да. А ты знаешь, Балашове такая красотища. Ой. А ты ехать не хотел. Ну, был неправ. Был неправ. Да. Опа. Ты неплохо устроился, однако. Да, однако.
О, симпатичная. Кто такая? Это Семенова Елизавета, горничная. И что выяснилось в ходе оперативной проверки? Да ничего не выяснилось. Она здесь только год работает, до этого 5 лет работала в соседнем поместье. Ты давай документацию по Балашову. Сейчас. И почему она уволилась? Сын хозяина женился. Молодая хозяйка ее уволила. А что у тебя в Балашове, окромя красотиши, конечно? Да ничего особенного. На. Угу. Там это, надо ограду переделать и камеры дополнительные поставить. Понятно. Антон! 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 А. Чего? А, ты количество камер не указал. Я ж там все написал. Что, забыл? 7 камер там надо. Здравствуйте, Лизонька. Анатолий Валентинович. Да? Кофе. Угу. Спасибо большое. Давайте его сюда. Вот. Спасибо, Лиза. Это со сливками, как вы и просили. Киллер она, конечно, никакой, но, по-моему, она в тебя втюрилась по полной программе. Зина, ты куда? Увольняюсь. Положи вещи, Зина, подожди, давай все обсудим. Зина, я прошу тебя. Достали ваши камеры. Я в таких условиях работать отказываюсь. Все, увольняюсь. Зиночка, давай я поговорю с Проскурой. Нет, все, готовьте теперь сами. Вот, я посмотрю, как Сергей Алексеевич будет это есть. Ваши камеры. Мы остались без кухарки. И я теперь не знаю, как всех кормить. Может, теперь Барбакан будет нам кухарок поставлять? Кстати, в Балашове очень хороший повар работает. Люда Потапова. Новую кандидатуру надо долго проверять, а тут человек уже проверенный. Кстати, досье у меня с собой. Может, действительно? Положение безвыходное. А эту Потапову я вроде помню. Мы осенью с Сергеем Алексеевичем ездили в Балашов. Готовит она неплохо. Отлично готовит. Надо что-то решать, Анатолий. Один раз мы закажем обед в ресторане. Ну, ужин. Но Сергей Алексеевич предпочитает домашнюю пищу. И Алёше надо отдельно готовить. Хорошо. Сейчас посмотрю досье. Пойдем. Ничего. Подозрительного. А у тебя какое впечатление? Очень хорошая женщина. Ну, в смысле, очень хороший работник. Ладно. Ситуация все равно безвыходная. В принципе, можем Потапова переводить.
Алло, Люда? Здравствуй. Да, я. Ты можешь срочно собираться в Москву. Да, теперь ты будешь работать у Проскурова. Ну, конечно. Все потом. Потом поговорим. Давай, конечно, встречу. Пока. Давай. Антон, у тебя что с ней? Роман? Ты только Хамзе, пожалуйста, ничего не говори. Угу. У меня очень серьезно. Угу. В Крылатск надо съездить. Отец велел. Хорошо, через 15 минут едем. Это сын хозяина? Да, от первого брака. Борзый пацан. Уж ты бы помолчал. Ладно, я пошел вещи раскладывать. Вы знаете, мне кажется, что Алёшка заболел. Так, неважно, себя кого чувствует. Кого на этот раз пугать будем? Мать! А мы сейчас температуру ему померим и положим его. Здравствуйте. 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 Может, травок каких-нибудь? А ножками пойдешь? А? Так. Петя, ну ты что? Боже мой. Чё ты как мать? Испугалась тебя. Все, 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 Петя, пошутил. Все. Ну, давай. Ну и зачем ты собираешься маму пугать? Да просто. Вещи соберу и скажу, что ухожу насовсем. Не жалко ее? А че ее жалеть-то? Ну как? Мама все-таки. Она любит тебя? Нифига не любит. Почему? Она только мужиков своих любит. Ну почему ты так думаешь? Она отца любила. Все плакала и плакала. После ухода носом к стенке лежала. И до меня ей было фиолетово. Значит, ей было очень тяжело. А мне легко. Но, конечно, потом очухалась. И за мной по пятам ходила. Все врала, что кроме меня у нее в жизни больше никого нет. Ну почему врала? Да потому что у нее теперь опять. Что? Ничего. Не нужен я ей совсем. Петь, привет. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, вы водитель? Нет, я телохранитель. Петя, я рулет купила, маковый. Не хочу. Твой любимый. Может, чаю? Не откажусь. Ну, раздевайтесь. Присаживайтесь. И зачем это Проскурову телохранитель понадобился? Опять ты в моей комнате рылась. Петь, там пыль была. Я же просил ничего не трогать. Знаешь что, в следующий раз в своей комнате убирайся, пожалуйста, сам. Присаживайтесь. Трудный возраст, да? Ничего, я привыкла. Скажите, вы знаете, что Петя посещает сайт самоубийц в интернете? Уже полгода. По 3 раза на дню обещает с собой покончить. Вы считаете, что это несерьезно? Послушайте, он ребенок. Он уколов боится и сладкое любит. Какое тут самоубийство? Но и детям тоже иногда бывает.
одиноко. Послушайте, что может ребенок в 13 лет знать про одиночество? Я готов. Погнали. Петь, ты не слишком много вещей с собой взял? Ты надолго собрался? Не твое дело. Спасибо. Люд, как все хорошо получилось, а? Теперь будем вместе работать. Люд, ты чего? Ничего, Антон. Я тоже рада. Просто я волнуюсь, когда устраиваюсь на новую работу. Думаю, как примут. Да ладно, не переживай, все нормально. Проскуров люди хорошие. Самое главное, что они покушать любят. Так что твои таланты будут оценены. Скажи, а маленький мальчик, он у них капризный или нет? Тетя. Проходи, проходи. Тетя! Да. Сейчас шишек наберем с тобой и пойдем маме их подарим, да? Мама да. Ждет, радуется. Ты не волнуйся. Лешенька, сколько? Мы заберем твоего сына. И скоро Витя будет с тобой. Пошли. Пойдем маме шишки дарить. Да. Алешка. С собой возьмем. Все шишки с собой возьмем. Да. Самоубийство – это способ самовыражения. Отстой. Это показать всем, на что ты способен. Самоубийство – это факт всем, кто тебя достал. Это месть. Кому собираешься мстить? Мстить? Всем. Уродам. Всем? Это несерьезно. Вот здесь у нас специи. Нет, специи у нас здесь. Позвольте. Так, а вот здесь у нас... Андрей Иванович, а давайте я сама потом все посмотрю. Очень хорошо, очень хорошо. Телефон мой у вас есть на всякий случай. Если в течение 3 дней от Сергея Алексеевича не поступит нареканий, мы вас берем на постоянную работу. Тихо, тихо. Камеры там и там. Ой. Сереж, мне сейчас из бутика позвонили. И? Им пришла новая коллекция. Можно я поеду? Нет. Ну, Сереж, я Алешку с собой возьму. Ну что, сидим как заточение? Надоело. Нет. Пожалуйста. Нет. Ну, Сереж. Нет. Ну, пожалуйста. Я боюсь вас отпускать. О, Господи, да что с нами может случиться? Ну, тем более, что поедет куча охраны. Ну, эти, как их там, из Барбакана. М? Пожалуйста. Сереж. Ну, Алёшку-то хоть оставь. Нет. Алёшка поедет со мной. Серёж, но он должен что-то видеть, кроме этих стен. Но ему нужно общаться с людьми и привыкать. Ну, пожалуйста. Ну, Серёж, ну я очень хочу поехать. Ну, пожалуйста. Ну, скажи, хорошо, маленькая? Хорошо, маленькая. Спасибо. Недолго там? Обещаю. Ну, где мама? Вон где мама у нас. А вон машина. Туда! Вон машина, посмотри. Тебя ждут машины. Вон машина. Сейчас будем с тобой кататься. Вот на этой машине, да? Да. Давай ты туда сейчас залезешь. И мы с тобой на всех скоростях поедем. Давай. Вот сейчас дядя нас всех повезет.
Поехали. Коленька, Коленька. Ну? Погоди, не закрывай. А ты куда, далеко? К соседям схожу, знакомую навещу. А куда хозяйка без тебя-то, а? В бутик на шопинг. А ждать тебя когда обратно? На 3 часа отпустили. Погуляю. Гуляет молодой. Да-да. Извините, Анатолий. А вы не знаете, где Антон? Он поехал вместе с Викой и Илюшей в бутик. А зачем с ними телохранители поехали? На всякий случай. Ну, это стандартная процедура. Да? Да. Извините. Не волнуйтесь. Ну, и где твой напарник? Колька, это, ну, он отошел. На минуточку. Подожди. Да вон он идет. Ну, на посту должно быть 2 человека, вас инструктировали. Все как вчера. Да, не беспокойся. Все, да. Перезвоню позже. Молодой человек, еще раз такое повторится, вылетите с работы, ясно? Понятно. Алло? А кто вам нужен? Я за Баранова. Людочка, это вы? Ну, он обронил свой мобильный. Ничего страшного, я сейчас свяжусь с его напарником Олегом Фоминым. Судя по тому, что его мобильника поблизости не видно, значит, он у хозяина. Да вы не волнуйтесь, они на связи. Можешь не будить. Так жалко. Антон, мы быстро. Хорошо. Олег, последи за мальчиком. Хорошо. Спасибо. Такие красивые. Так. Вышел. Смотри, он один. Вот это удача. Давай вперед. Вам очень идет. Угу. Отлично. Угу. Мне нравится. А будьте добры, еще вон те. Сейчас. А эти я возьму. Минуту, пожалуйста. Угу. Ну и что? Да? Ничего себе.
Олег, ты как? Там был еще второй. Все хорошо, я здесь. Как ты, Машенька? Пожалуйста, заберите у нее ребенка. Мне нужно его осмотреть. Ты с ума сошел? Что ты притащил Проскурова сюда? Да его остановить невозможно, он бы сам приехал. Понятно. Сейчас надо срочно отправлять его обратно в особняк. Да я понимаю. Я здесь, малыш. Я все здесь. Все будет хорошо. Смотри, вот успокойтесь. Док. Давай. Давайте. Давай его сюда. Вот. Ну что, малыш, давай-ка посмотрим на тебя. Хорошо. Все хорошо. Вот так. Ну ничего, отмой. Повреждений нет, но ребенок в шоке. Лучше всего несколько дней понаблюдать его в стационаре. И вместе с мамой ей тоже не повредит. Решайте. Вы в больнице можете обеспечить круглосуточную охрану? 5 человек. Буду дежурить в больнице круглосуточно. 5 человек немало? Вполне достаточно. Папа. Привет, Петя. Чего такой хмурый? Даже никого не убили. Убили одного бандита. Мой друг чуть не погиб. Вика с Алешей в больнице. Тебе мало? А тебе что, всех жалко? А если бы твоего друга ранили? Тебе бы его не было жалко? А у меня нет друзей. Кругом одни уроды. Да. Тяжело тебе, наверное, жить, раз одни уроды вокруг. И много их? Целый список. Листа не хватает. А за границей вы можете обеспечить безопасность? В Испании. У меня там дом. Как только Вика с Алешкой из больницы выйдут, я хотел бы сразу их куда-нибудь отправить подальше. Барбакан может обеспечить охрану где угодно. Это не вопрос. Вопрос в том, возможен ли сейчас отъезд в Испанию? В смысле? Ну, вы же сами говорили, жена ваша в нестабильном психическом состоянии. Врачи вряд ли одобрят резкие изменения климата, обстановки. Черт. Мне страшно за них. Я хочу их куда-нибудь спрятать. Хотя, конечно, Вика без меня никуда не поедет. Может быть, пока отправить вашу семью в Балашовскую усадьбу? Это было бы очень хорошо, Сергей Алексеевич. Ехать недалеко. Система безопасности проверена. Вы смогли бы продолжить нормальную работу. Согласен. Готовимся к переезду. Лизочка, мы сейчас все в шоке, но постарайтесь взять себя в руки, работа есть работа. Надеюсь, они там теперь в безопасности. Анатолий, скажите, там все живы?
Все живы, только Олег Фомин ранен. А остальные? Вика с Алешей пока попадут в больницу после такого стресса. Барана в милиции дают показания. Скоро будет. Роман Александрович, да. Я думаю, что вряд ли эти двое собирались нападать на машину у магазина. Согласен, согласен. Просто следили. Тут выдался удобный случай, когда Фомин вышел. Угу. Слушай, а как они вообще узнали, что Вика в бутик поехала? Вот это очень интересно. Дело в том, что она собралась спонтанно, и вчера про это даже разговоров не было. Ну что, выходит, кто-то из своих навел? Кто? Где Косов? Так это, отошел опять. У него что-то с животом. Когда? Так это, как вернулись все, так он и пошел. Сказал, опять прихватило. Уже час. Почти час. Андрей Иванович, Андрей Иванович! Я тут ни при чем. Ну, честное слово, ни что при чем. Что случилось? Ну, Косов сказал, у него живот болит. Ну, я говорю, иди, мол, раз надо. Ну, люди же мы, не роботы, ну. Так, и давно он ходит? Час почти. У тебя телефон Косова есть? Звонил, но он не берет трубку. Андрей Иванович, адрес Косова, срочно. Быстро группу на выезд. В темпе, мужики. Чисто. А у нас труп. Сфотографируйте здесь все. Это Хамза. Убийство, улица Пещерникова. Дом 20, квартира 48. Давайте быстро. Сфотографируй мне этот стаканчик отдельно. Угу. Ужин готов, Люда? Можно накрывать, Андрей Иванович. А вот это что такое? Это пудинг с джемом. Будет очень вкусно и забавно. Для кого? Для Алёши. Он же завтра приедет, можно будет сразу покормить. Да еще неизвестно, выпишут их завтра или нет. Доктор сказал, что надо бы понаблюдать несколько дней. Что касается уродов, надо определиться. Для этого лучше составить список тех, кто мешает тебе жить. Жизни не хватит. Все вокруг уроды. А ты попробуй. Представь мысленно всех людей, с которыми знаком. Сам почувствуешь, кого из них стоит заносить в твой список. Окей, попробую. Информация такая. Убитый Притько был членом ОПГ. Так. Но, правда, этой группировки уже нет. На связи Притько по ОПГ есть? Вот тут и самое интересное.
Он дружил с одним человечком. Угу. Геннадием Шаровым из Балашова. Так. Ну, после развала группировки они решили выкрасть сына одного бизнесмена. Гуськова. Да, облажались. Они его хотели около школы взять, а охрана помешала. Ну, естественно, после этого этих голубчиков федеральный розыск объявили. Но и, кстати, крыша Гуськова их активно искала. А почему искала? Почему в прошедшем времени? Ну, месяца три назад на одной из московских свалок обнаружили два трупа, обгоревших, сильно. С документами Притько и Шарова. Ну, все решили, что их таки достали ребята Гуськова. Такие дела. Значит, они отсиделись, сделали себе левые документы. Ну, и решили наладить бизнес. Дело-то прибыльное, как выясняется. Правда, небезопасное. Значит, Шаров сейчас где-то отсиживается. Наверняка. Так что ищите. Вот. Павел Дмитриевич, к чему такая спешка? Какие клумбы? Вон, земля промерзла. Когда еще сажать-то будем? Николай Петрович, Виктория вернется, мы ей план покажем. Отвлечется немного от своих переживаний. Держи. По номерам в телефоне Косова видно, что пока Виктория ездила в бутик, он несколько раз звонил Притько. Значит, это именно он сливал информацию похитителям. Да, причем информировал о передвижениях именно Виктория, а не Проскурова. Правильно, потому что они отслеживали мальчишку. За похищение ребенка можно получить денег больше, чем за заказное убийство. Петь, ну ты чего творишь? Что? Ты что наделал? Ну и получается, что киллер нанятый Лорией и похитители разные люди? Да. Убийство Проскурова ему невыгодно, не с кого будет требовать выкуп. Значит, продолжаем разрабатывать ближайшее окружение. Еще этот Притько, гражданин Украины. Значит, нужно еще раз проверить Лишенко. Я съезжу в агентство, через которое ее нанимали. Давай. Может, лучше нарисуем все на бумаге и покажем Виктории. Николай Петрович, не ленись. Так нагляднее. Слушай, дело к тебе. Я сегодня занят, поехать с тобой не могу. Да не, не про это. Вот когда человек от выстрела умирает, это больно? Или он сразу умирает, ничего не чувствуя? Сразу после выстрела умирает. Иногда очень долго мучается. Больно? А тебе зачем? Да не зачем. Вкусно? Второй будешь? Супчик. Спасибо, я сыт. Антон, я завтра с утра поеду в кадровое агентство. Останешься за старшего. Угу. Может быть, оденешься? Антон, это несерьезно. Да как несерьезно? Мы заявление в ЗАГС подаем. Ты только Хамзе, пожалуйста, ничего не говори. Да я-то Хамзе не скажу. Но о ваших отношениях не догадывается, по-моему, только садовник Нежин. Это почему? Да потому что он вообще ничего, кроме своих цветов, не замечает. Антон, я тебя прошу, будь осторожнее, иначе тебе крышка.
Ты же знаешь Хамзу, вылетишь с работы в момент. Да, ты прав. Да, я всегда прав. Хорошо. На кухне я больше ни ногой. Верю на слово. Давай соберись и работай. Может, мне твоему отцу все рассказать? Он с прислугой не разговаривает. Вот как? Я вообще-то тоже. Зачем тебе пистолет? Не твое дело. Зачем тебе пистолет? Не твое дело! Ты что, застрелиться хотел? А если и так? Хорошо. Сейчас мы это организуем. Встал быстро. Ты что, зачем? Встал быстро, я сказал! Зачем? Ты что вообще? Я орать буду! Отпусти меня! Не поможет. Отпусти! Не репа просто будешь. А сейчас прислуга будет исполнять желание своего хозяина. Пиши. Ты меня убьешь? Конечно. Ты же этого хочешь? Но тебя же посадят. Нет, на пистолете твои отпечатки пальцев. Но твои там тоже есть. Правильно, потому что это мой пистолет. Я скажу, что ты его у меня украл, что в принципе является правдой. Пиши. Не буду. Пиши, прошу в моей смерти никого не винить. Пиши давай! Ну давай, стреляй! Стреляй! Слабо тебе. Да врешь ты все! И отец врет, и мать врет. Отцу я только мешаю, у него есть этот маленький Алешка. И эта типа красавица. Улыбается, а на самом деле ненавидит. Сволочи. Врёшь ты. Вот я у тебя пистолет украл, вот ты тут со мной возишься. А на самом деле тебе по барабану. Ладно. Это долгий разговор. Мы обязательно поговорим про это, я тебе обещаю. Только потом. А сейчас пообещай мне, что ты не будешь больше делать глупости и ляжешь спать. Поздно уже. Лады?
Да не волнуйтесь вы так. Мы не первый год подбираем персонал для Проскурова, и до сих пор никаких нареканий не было. Мы тщательно подбираем всех кандидатов. Все в порядке. Ваша информация полностью совпадает с нашей. Система проверки у нас суровая. Вы не представляете, сколько желающих приходит сюда устраиваться. Заказчик у нас богатый, зарплаты приличные, вот все сюда и ломятся. Люди денег хотят. Ну, их можно понять. Конечно. Но иногда приходят и такие, к которым вообще непонятно, что нужно. Ну, например, явилась тут одна девица, которой зарплата даже не интересовала. Главное, просилась в конкретную семью. Алло, добрый день. Кадровая. Сама из дыры какой-то, кажется, из Балашова. Так вот, предложили ей место зарплатой больше, чем у меня. Но она говорит, зарплата для нее не главная, хочу именно к бизнесмену Проскурову. Представляете? Я ей битый час объясняла, что агентство само распределяет по вакансиям и адресам, а она нет. Хочу к Проскурову и все. Уперлась, как баран. Из Балашова, говорите? Ну да, кажется. Лю, Анатолий Иванович, это Тихомиров. Слушай, ты сейчас случайно не у себя в кабинете? Скинь мне на компьютер, на мой адрес, срочно, фотографию Людмилы Потаповой из ее личного дела. Прямо сейчас. Ага, хорошо, все, жду. Конечно, мы и отказали. Но откуда я знаю, почему она хотела именно к Проскурову? Послушайте, а у вас совершенно случайно не осталось каких-нибудь данных про эту из Балашова? Навряд. Наверняка уже все удалили. Практически год прошел. А можно у вас почту посмотреть? Да. Пожалуйста. Спасибо. Можно вас на минутку? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это не она? Нет, кажется, не она. Алло, Роман Саныч, вы в офисе? Я сейчас заеду. Да, появилась новая информация, нужно обсудить. Значит так, давай подведем итог. Мы знаем, что Шаров родом из Балашова, так? Так. К Проскурову пыталась устроиться неизвестная женщина. И, представь себе, Толя, тоже именно из Балашова. Бывший управляющий балашовским имением Проскурова, этот, как его? Никодимов. Никодимов. Никодимов сидел. Может иметь контакты с криминалом? Может. 100% имеет. Подождите, следовательно, вполне возможно, что эти трое балашовцев могут иметь какое-то отношение друг к другу. Так? Именно так, Толя. Все, нельзя вести Проскуровых в их балашовское имение. Нужно снова посылать туда Баранова. Роман Саныч, а можно я сам поеду в Балашов? А что тебе вдруг туда так уж захотелось? Ну как, во-первых, во-первых, в Балашове может отсиживаться Шаров. У него там же живет мать, так? Так, во-вторых, неплохо было бы проверить, знаком ли он с Никодимовым. Ну? Так, и в-третьих, надо попытаться найти эту незнакомку балашовскую. Роман Саныч, я сам должен ехать в Балашов. Слишком много ниточек туда ведет. Ладно, езжай.
Добрый вечер. Добрый вечер. Как доехали? Спасибо, хорошо. Ну что, сегодня отдохнете? А завтра утром я вам все покажу. Если можно, мне сегодня личное дело бывшего управляющего Никодимова. Тогда сразу ко мне в кабинет. Там хранятся все документы. Спасибо. Угу. Список у тебя офигенный. Наверное, всех знакомых туда внес. Это еще не все уроды. Фуфло, ты пишешь всех подряд. А надо понять, кто главный урод. Кто реально мешает тебе жить. Да они все достали. Фигня. Поставь каждому из списка оценку. Жесть. Как в школе? А то. Представь себе мысленно всю эту тусу. А потом вструячь каждому оценку от кола до 10. И сразу поймешь, кто из них главный урод. Алло, Роман Саныч, Тихомиров. Ну, усадьбу я посмотрел. Все в порядке. Да. Сегодня я надеюсь проверить все, о чем мы говорили с вами до отъезда. Тогда будет точно ясно, можно перевозить сюда Проскурова или нет. Ага. Ну хорошо. Все, на связи. Чего? Чего трезвонишь-то? Ходит, ходит. Ну как же вы мне надоели-то, господи. Сосед ваш Никодимов где? На работе. На какой работе? А то ты не знаешь, да? Нет. У него сейчас одна работа. Стаканы и подымать. В каком смысле? В прямом. Вот у нас тут неподалеку забегаловка есть. Видел? Ну? Ну вот он там сидит с утра до ночи. Стаканы подымает. Дурак. Ну понятно. Спасибо вам. На здоровье. Сам, небось, такой же. А справедливость должна быть во всем. Я так понимаю. А если ты к человеку как к вещи относишься, то кто ты? Кто ты? Хорош, достал ты уже. Ты за мои деньги пьешь, рыло. Мы слушаем, слушаем. Ты говори, Вась. Ну так вот я и говорю. Баранов этот, сука, и есть. Москвич, твою мать. Ну, все проверял, меня проверял. А потом взял, да и уволил. Дерни. А Людку эту? В Москву, на повышение. Людку? Потапову. Ее, значит, в Москву, а меня на свалку. Ну где справедливость? Ну где? Несправедливо. Брать, что будете-то? Три вина. Хорошо. Она ведь, стервь, никому не сказала, что денег мне дала, чтобы я ее на работу взял. Никому. А я ее сдавать не пошел, потому что я человек честный. И много дала? Да куда там, 3000. Она ж нянька в детском саду работала. У нее больше-то и не было. А Баранову, наверное, кое-что другое дала, чтобы он ее разом в Москву. Добрый день. Здорово. А ты кто? Василий Николаевич, вам Гена Шаров привет передавал. Это кто еще? Извините. Ничего. Ошибся. Ничего, бывает. Значит, от Лидочки? Да. Вот она просила передать деньги. Спасибо. А вы, Лидочки, кто? А мы с ней работаем вместе.
А у нас, знаете, Витюшка все время болеет, прямо из простуды не вылезает. Вот вчера доктор приходил, микстуру прописал. Я пошла в аптеку, как глянула, 300 рублей, мама дорогая, где же таких денег-то взять? Ну да. Слава богу, Людочка сейчас в город перебралась, может, немножко побольше будет присылать? Ну да. Витя, иди скорее сюда, смотри, дядя к нам приехал. Давай, скорее. Ой, молодец, давай, малыш, давай, малыш, тихонечко. Здорово, богатырь. Ого. Смотрите, он вас признал. Играть захотел. Скажите, у вас фотографии нет Витиной? Есть. А зачем? Люда просила. Сейчас. Витенька, я сейчас. Оп, осторожно. Опа! Ну, давай. Вертолет летит. Вот это вот подойдет? Вертолета. Гляньте. Ну что значит, все-таки скучает она по Вите, а? Ну а как же? Угу. А приехать не собирается, не говорила? Ну, она только устроилась, вряд ли ее сразу отпустят. Ну да. Нет, я понимаю, работа, конечно. Ну, знаете, она так ребенка хотела. А из роддома пришла даже, сразу бросила кормить грудью, на работу побежала. И главное, молока у нее было много, на двоих хватало. Так-то. В каком смысле на двоих? Ой, там такая история была. Знаешь, когда Людочка в роддоме лежала, там женщину привезли. У нее муж очень богатый был, а у женщины этой преждевременные начались. Ну и молока не было. Ну так вот, Людочка моя двоих пацанов выкормила. А как второго мальчика звали, вы не знаете? Да нет, откуда же я знаю. Ну, правда, они нам денег тогда дали, и мы Витеньке все купили. Дело в том, что когда у роженицы пропадает молоко, то ребенка сразу же переводят на искусственное вскармливание. Но тут случай особый, все-таки жена московского бизнесмена. Потребовал кормилицу, муж денег подкинул. Но мы и нашли самую крепкую мамашу, чтобы ребенка кормила. Так что все по-обоюдному, никаких нарушений. Скажите, а что из Проскуровых? Так никто с кормилицей не познакомился? А зачем? Зачем? Виктория после этого даже с кровати не вставала, роды были слишком тяжелые. Да и впечатлительная она. Но я и попросил Потапову, чтобы она ее не беспокоила. Ну а что, принесли ребенка, она посмотрела, жив-здоров. Слава богу. А отец? Отец? Ну это вообще особ статья. Он не с ним зашел. Да и к тому же ему некогда, он, по-моему, в Испании тогда был. Приехал только перед выпиской жену с сыном из больницы забирать. Денег, правда, подкинул. Ну, а что касается Потаповой, то, мне кажется, ему все до лампочки было. Он даже не спросил, кто, что. Еще вопрос есть? Да, есть еще один вопрос. Скажите, а за Потаповой наблюдали во время кормления? Нет. А зачем? Ну, во-первых, у нас и так уже персонала не хватает. А во-вторых, ее как королеву в отдельную палату поселили. Так что у Потаповой были все условия. Зачем следить? Принесли на час, покормили, унесли. Иннокентий Владимирович, у Шалина уже роды начинаются. Да, спасибо, иду. Иду. Извините, пойду новых россиян встречать. Понимаю. Ну, всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Здорово, Мария Андреевна! Ну? Здравствуйте, я из Собеса. Вот вам Мария выписала единовременное пособие. Что-то я тебя в Собесе не видела. Так я же новенький. 3 дня всего. Вот отправили по адресам. Понятно. Только вам нужно расписаться. Ну, заходи. Ага. Проходи. Где писать-то? Вот здесь. Я вижу плохо. Вот здесь, где галочка. Слушай, я по тебе кормиться заявление писала.
Сын у меня погиб, Гена. Назначить не знаешь? Не знаю. Решается вопрос, наверное, пока что. Подожди. Иди, все, не намазано здесь. Давай, топай. До свидания. Роман Саныч, Тихомиров. Ну, Шаров точно в Балашове матери скрывается. Да нет. Позвоню в местное отделение милиции. Пускай сами им занимаются. Ага. До связи. И что? Роман Саныч. Нет, возможно, но сейчас не решим. Все, созвонимся, давай, пока. Это именно кухарка Потапова устраивалась к Проскурову на работу 1,5 года назад. Ага. Удалось выяснить, связана она с Шаровым? Нет, не связана. Но есть кое-что поинтереснее. Помните, я просил вас взять детскую фотографию Проскурова? Ну, взял и что? Где она? Ну, вот она и что? А вот фотография Вити, сына Людмилы Потаповой. Ну и что? Как ну и что? Они ж похожи друг на друга, как две капли воды. Так это что получается, Проскуров пошалил, что ли? Да нет, нет. Здесь что-то другое. Иначе он не взял бы ее к себе на работу. Он с ней явно не знаком. Так, ясно одно. Потапова надо допросить срочно. Вика с Алешей сегодня выписываются из больницы. Надо успеть до их возвращения. Вы же понимаете, что мы все равно докопаемся до истинной причины. И если будет выявлено, что вы связаны с этими, вам не избежать долгой, холодной, мерзкой тюрьмы. Тюрьмы, тюрьмы. Почему вы пытались устроиться на работу именно к Проскурову год назад? Вы знакомы с Геннадием Шаровым? Да или нет? Роман Александрович. Можно я сам поговорю? Я вам ничего не скажу. Вот это ваш сын, Виктор. А вот это господин Проскуров в детстве. Похоже. Правда? Вы подменили детей в роддоме, когда кормили обоих мальчиков грудью. Я прав? Зачем?
Я хотела как лучше. Вы же понимаете, вы же видели, как мы живем. А как здесь живут. От Проскурова на работу хотели устроиться. По сыну истосковались. А как же Витя? Я не выдержала. Понимаете? Дура, я не выдержала. А Витя... Ведь хороший мальчик, только чужой. Не жить мне без Алёши. Лёшенька мой мальчик. Роман Саныч. У Потапова истерика. Ее сейчас к Алёше ни в коем случае нельзя подпускать. Она что-нибудь выкинет. Да. Вот как Проскуровым обо всем этом сообщить? Да ни в коем случае. Они только что чуть не потеряли сына. Если сказать им, что это не их сын... Толь, давай сделаем так. Потапову изолировать. Угу. Подождем немного. Пусть они немного придут в себя и смогут воспринять эту информацию, ну, более-менее адекватно, если вообще это можно воспринимать нормально. Будьте добры, мобильный телефон. Толя, у меня тут вопрос возник. Угу. Ребята говорят, что у Баранова с этой Потаповой роман? Так это правда? Понятно. Я так понимаю... Я так понимаю, мы опять без кухарки остались? Увы, да. Проблему надо решать. Может быть, все-таки Зину попробовать уговорить вернуться? Если ее величество соизволит. Ну, а что ей здесь нравилось? Прям сейчас за ней поеду. Она меня послушает. Удачи. Благодарю вас. Алло, Антон. Ну, готовься. Скучаешь? Ой, брат, тут не соскучишься. К тебе Хамза идет. Давай. А ты? А мне некогда. А? Пока. Роман Александрович, ну послушайте меня. Отдела тебя сейчас отстраняю. Едешь в Москву. А что с тобой потом делать, будем решать позже. Роман Александрович, ну я же могу работать. Ладно. До конца этого дела будешь стоять здесь, на воротах. Потом разберемся. И чтобы ни одна мышь не проскочила. Спасибо. Давай. Посмотрим. Осталось всего 5 уродов. Отец, его новая самка, их детеныш, мать и ее хахань. Прогресс. А если еще подумать? Нечего думать. Они все уроды. И точка. Тебе же надо дойти до самого главного врага. А он один. Именно тот человек, который по-настоящему мешает тебе жить. Есть идея. Давай писать уже в реале. Через тайник. Идея у него есть. Да-да! Анатолий Валентинович,
Вас Роман Александрович зовет. Наши из больницы едут. Спасибо, Лиза, сейчас иду. Поехали, пузырь. Ага. Выходи. Выходи. Ха. Пошли. Пойдем. Сергей Алексеевич, к отъезду в Балашов все готово. Замечательно. Какой отдохнем, ты? Соберемся и вечером поедем. Заинка. Сережа. О, вот кто приехал. Пойдем. В какой Балашов, Сережа? Там спокойно и безопасно. Я никуда не поеду. Я не хочу, Сережа. Вика, Вика, в чем мне там дело? Страшно. Мне там плохо, Сережа. Что тебе там страшно? Я хочу быть здесь. Я хочу быть дома, понимаешь, Сережа? Я никуда не поеду. Я не могу. Я не хочу. Я не... Все! Ты все сказала? Пошли в дом. В Балашов не едем. Роман Саныч, я на секундочку. А я думал футбол погонять. Так значит, в Балашов не едем? Нет. Решено остаться здесь. Мне надо в Крылатское. Хорошо. Только начальство предупрежу. На кухне, чтоб тебя не видела. Привет. Я вообще-то хотел предложить партию в гольф. А что у нас с рукой? Обжегся. Больно? Там Шалва приехал. Говорят, шашлыки будут.
Да ну фигня, не пойду. Ну смотри. А ожог долго болит? По-разному. От 2 дней до нескольких недель. Понимаешь, Сережа, Ревас чуть с ума не сошел. Как в драку. Я даже опешил. Опять погорячился. Ну что ты, дорогой, я последнее время с ним как с малым ребенком. Честное слово. И ничего такого я не сказал. Разве что Лор, я сел в тюрьму за дело. Как он заорал! Это вы с Проскуровым посадили его в тюрьму. А он из-за вас там погиб. Я не знаю. Я даже не нашел, что сказать. Этого еще не хватало. Ты же знаешь, как он был привязан к Лории. Переживает мальчик. Понятно. Простите, я краем уха услышал часть вашего разговора. Ну, услышали, идите себе дальше. Теперь, к сожалению, не могу. Шалов Агуранович, у нас, оказывается, проблема и очень серьезная. Как я мог бы поговорить с вашим сыном Ревазом? Как поссорился я с сыном, так он и пропал. Телефон отключил. У меня к вам огромная просьба. Как только Ревас проявится, дайте мне об этом знать. Ничего особенного. Погорячился, остынет. С ним такое часто бывает. Горячая кровь, вон, сколько они ссорятся. Да и вообще нечего огород городить. Как позвонит Ревас, я вам сообщу. Спасибо. Да забрать надо кое-что. Ага, понятно. А что за шестерка-то? Что, играем? Да все по-честному. Не везет тебе сегодня. А, нормально. Ты что? Ревас, ты что? Валентинович! Ой, извините. Здравствуйте, Лизочка. Здравствуйте. Вас там зовет Сергей Алексеевич. Случилось что-то? Иду, иду. Угу. Что-то случилось? Нападение на мой склад. Когда? Сегодня ночью убили охранников.
и украли 2 пистолета. Сколько было нападавших? Не знаю. Я не знаю, позвонили. Говорят, Шалва Гурамович. Ну, охранники застрелены, пистолетов нет и патронов нет. Где хранились патроны? В сейфе. Сейф на полке был. За товаром. Совсем не видно. Дверь взломана? Нет. Чуть открыта. Значит, кто-то из своих. Ревас знал, где хранятся патроны? Не знаю. Не знаю. Дома его нет. Шалва Гурамович, поймите, что чем быстрее мы найдем Реваза, тем лучше для него самого. Думайте, думайте, где он еще может быть. На старой даче. Я тоже с вами. Я пойду с вами. Мой сын болен, понимаете? Он сильно болен. А Ревас с самого детства был горячим. Даже слишком. Дрался до крови. Я всегда держал его в строгости. Хотел переломить. Усмирить немного хотел. Вот и видишь, перестарался. А как подрос он, совсем стал меня ненавидеть. А дядя Томас Лорья, он хороший, он все разрешал делать ребенку. Ему, конечно, было с ним хорошо. А что, Ревас был очень сильно привязан к Лоре? Больше, чем к отцу родному. Только и слышал я. Крестный, крестный. А когда сын вернулся из горячей точки, совсем стал, ну, не остановишь. Крови попробовал. Ревас что, воевал? В спецназе? Вот там характер у него и испортился. Чуть что сразу начинает бить, понимаешь? Я его к рынку вообще не хотел подпускать. Ну, какой из него коммерсант, а? Какой из него бизнесмен? Так Ревас себя не контролирует. Я говорю, больной он, больной. Я ему врача нашел, доктора нашел, лечить его хотел. А он как начал орать на меня, понимаешь? Обиделся на меня. Конечно, Лорио настраивал его против меня. Он говорил, что отец твой думает, что ты псих, а я тебе оставлю этот, как его, свою долю оставлю твою. Как его? Не стреляйте! Там же мой сын! Не стреляй! Шило, мэу, арме, мама, шени, ше, цагли, шило, шена! Раньше, ребе, бичо! Сам ты, шени, моклал! Стрелять в родного отца. Ушел. Через заднее крыльцо по соседним участкам. А там дальше шоссе. Вот. Нашли при осмотре. Оружия при нем нет. Говорит, что сторож. Да, правда. Сторож я, сторож. Шалва Гурамович, вы же, я же, скажите им. Здравствуй, Тимофеич. Угу. Правда, он наш сторож. Лучше бы я умер. Скажите, Ревас когда здесь появился? Ночью, как приехал, сразу пить начал. И мне немножечко налил. Рад он дали, Швилю. Что? Нельзя ему пить. Совсем нельзя. Скажите, а Ревас просто пил или, может, говорил что-нибудь? Так это, за успех какой-то пил. Скоро, говорил, будет полная справедливость. Своими, говорил, руками ее и сделаю. Чудно.
Как угол обзора шестой камеры? Нормально. Антон, теперь девятую камеру надо проверить. Хорошо, понял. Анатолий, но ведь отсюда на территорию никак не попадешь. И все-таки, Андрей Иванович, я вас настоятельно прошу все это убрать. Да. Николай Петрович. Слушай, Андрей Иванович. Поступила настоятельная просьба вот это все убрать. А я не могу, у меня колышки. Может, мне вот это все сейчас начать убирать? Понял. Но с Нежным будете разговаривать сами? Хорошо, но только побыстрее, пожалуйста. Понял. Сережа, я… Сережа! Сереж, ну что ты делаешь? Ну зачем ты куришь? Тебя же доктор запретил. Ерунда маленькая. Иди ко мне. Теперь я понимаю, почему я волнуюсь, когда долго тебя не вижу. А ты не волнуйся. Не волнуйся, маленькая. Иди ко мне. Не волнуйся. Сережа, mm? Давай поставим Алешкину кроватку к нам в спальню. Мне так будет спокойнее, когда вы оба рядом. Давай, маленькая. Папа! Петька, чего тебе? Мне в Крылатское надо. Можно? Ну, возьми охрану, поезжай. Я с Тихомиром. Передай записку, пожалуйста. Давай. Ромео. И знаешь… Иди отсюда. Не положено. Спасибо. Будет у нас сад. Третью камеру проверь. Понял. Молодой человек, это же клумба! Как к войне готовимся. Даже не по себе. Николай Петрович, я тут посчитал. Мне бы еще колышков 100. Слушай, сколько можно валяться? Меня здесь никто не парит. А. Ну, извини, если побеспокоил. Слушай, я сегодня на ужин не пойду. Ты скажи, чтобы Лиза сюда хавчик принесла. Разрешить исполнять? Ну да. Алло, Макс. Слушай, я весь приват перерыл на этом сайте самоубийц. Педро и Хилгёрл там больше нет.
И в общей переписке их тоже нет. Слушай, я что хотел спросить? Ты уверен, что такой сайт единственный? Русскоязычный единственный? Ну, спасибо за консультацию, Макс. Мой отец тоже когда-то бросил нашу семью из-за молодой самки, и всем было фигово. Мать квасилась, как переваренный пельмень. Можно решить и твою проблему. Но сначала ты должен испытать свою волю. Подержи руку над пламенем свечи, а завтра приходи за другим письмом. Хилгю. Хорошо, я возьму с собой. Хорошо. Зиночка, сделай, пожалуйста, Сергею Алексеевичу чай с мятой. А я поехал, до завтра. Хорошо, сейчас. Возьму. Папахин реально мешал мне жить. Тогда один чел дал мне тот порошок, который в свертке. Я насыпала Папахину в суп всего одну щепотку, и он даже не почувствовал вкуса. Привет, бойцы. Привет. Все нормально? Нормально. Просмотр реалити-шоу, ужин закончен. Подожди, подожди. Андрей! Привет, Петя. Привет. А я чайку захотел выпить. Ух ты! А это что такое? Ты смотри, свежезаваренный. Прям как на заказ. Ой, мятой пахнет. Ты сам-то не хочешь? За компанию. Нет? Ну ладно. Ну тогда я сам. За твое здоровье. Не надо! Ты чего? Пожалуйста. Не надо. Ну не надо. Так не надо. Петя, да нет там никакого Котельникова. Давай сюда порошок. Какой порошок? Какой? Какой? О котором вот здесь написано. Быстро порошок! Да я же не хотел вас, да я не хотел. А что ты хотел? Ну, что ты хотел? Хотел, чтобы родной отец вот это вот выпил? Что за черт? Пойди посмотри. Хорошо. Нет, вроде все в порядке.
Миша, Миша. Миша, ты где? Не слышу тебя. Сиди здесь. Помогите, ну. Дайте сигарету. Спасибо. Пожалуйста.
Ну что теперь делать, Толя? Все закончилось. Успокойся. Ну, не плачь, Лизонька. Ну вот, давление уже нормальное. Ну, слава богу. Так, а Алёшку посмотрели? Да, Сереж. Алёшку посмотрели, он сейчас спит. Сейчас я вам выпишу рецепт. Курсом пропьете, потом таблетки недели две. Ну, а дальше главное, чтобы стрессов не было. Да. Так. Подождите, а где Петька? Сереж, не волнуйся, не волнуйся. Я сейчас посмотрю, где Петька. Петя, кто мог знать о том, что ты бываешь на сайте самоубийц? Мама. А в этом доме точно никто не знал? Нет. А мамин, ну, друг, ну, хахаль, помнишь, ты мне про него рассказывал? Я его не видел даже ни разу. Ну, мама ведь могла ему про тебя рассказывать. Что ты о нем знаешь? Да ничего о нем не знаю. Она уходила на свидание. Говорила, что скоро придет. Приходила и песни напевала. А еще по телефону говорит. Говорит, говорит и смеется. А по имени она его не называла? Ты не помни. Не знаю. А на свидание она надолго уходила? Часа на два. Даже машину не брала. Значит, это где-то рядом с вашим домом. Петя, ты как? Там папа волнуется. Все в порядке, Виктория, не волнуйтесь. Мы здесь беседуем. Ну, тогда я скажу, что все хорошо, да? Алло, Макс, это Тихомиров. Слушай, завтра нужно один компьютер проверить. В Крылатском. Нет, я поеду из особняка, поэтому тебя захвачу по дороге. Здравствуйте, Валентина.
Мы по поводу Пети. Здрасте. Что с ним? Ничего, с Петей все хорошо, у отца. Просто возник один вопрос, касающийся безопасности, Сергей Алексеевич. Нам нужно проверить Петин компьютер. Да, пожалуйста. Так, посмотрим. Работай. Ага. Послушайте, в конце концов, вы могли бы мне что-нибудь объяснить? Понимаете, Валентина, какой-то, судя по всему, взрослый человек через сайт самоубийц подстрекал Петю убить отца. Сначала он зомбировал его, внушая эту мысль, а потом передал ему яд. Я надеюсь, вы понимаете, что все это бред? Это не бред, к сожалению. Скажите, кто-нибудь еще, кроме вас, знает о том, что Петя посещает этот сайт? Вы? Я вам на днях об этом рассказывала. Послушайте, вы на самом деле думаете, что я воспользовалась сыном, чтобы поквитаться с бывшим мужем? Я этого не говорил. Я спросил, кто еще, кроме вас? Кроме нас. Хорошо, кроме нас, знает о том, что Петя посещает этот сайт. Валентина, поймите, это очень серьезно. Если мы не найдем человека, который его подстрекал, Петя может оказаться в колонии. В какой колонии? Он ребенок. Я вас очень прошу, постарайтесь вспомнить, кому вы об этом рассказывали. Да никому я об этом не рассказывала. Об этом знали только я и вы. Толь! Толя! С этого компа Хилгёрл на сайт не выходила. Кто такая Хилгёрл? Петя мне рассказал, что у вас есть друг. Вы ему говорили о странном увлечении Петь? Не помню. В квартире, где вы встречались, есть компьютер? Не помню. Валентина, отведите нас туда. Поймите, речь идет о судьбе вашего сына. Здесь, на третьем этаже. Скажите, ваш друг сейчас может быть дома? Нет, он на работе. Не нужно звонить, Валентина Николаевна. Можно я открою? Вот он. Макс, работай. Угу. Валентина, подождите здесь. Ну что, Макс? Есть, Толя. С этого компа на сайт выходили, и именно в приват. Да ты что? Да. Слушай, а можно установить ник того, выходившего можно, с этого компьютера? Но это долго, понимаешь? Сделаем проще. Можно сравнить по компам. Мальчишки этого. Может, вместе они на сайт выходили. Это проще. Слушай, ну давай прямо сейчас собирайся и езжай. Что это значит? Это значит, что если не вы выходили с этого компьютера на сайт самоубийц, значит, это сделал ваш друг. Этого не может быть. Валентина, как его зовут? Вы понимаете, что Петя для него сейчас стал очень опасным свидетелем? Как его зовут? Андрей. Андрей Котельников. Вот, в гостиной тоже все сменить. Стены покрасить, ковры заменить. Это пусть Вика займется. Развеется, подгонишь ей каталоги. И мебель тоже. Надо тут все сменить. Сергей, а может, к
Крейна опять позовем, а? Он хорошо делает дизайн-проекты. Дизайн-проекты – это, конечно, хорошо. Но надо сейчас все это по-быстрому, чтобы вот это вот, чтобы это ничего не напоминало. У Вики нервы на пределе. Значит так, все сменить. Кабинет, спальню и Петькину комнату обязательно. Хорошо. Понял? Да. Привет, сын. Меня тут интересная мысль посетила. Может, ты на первый этаж переберешься, а? Там зал все-таки. Он в 3 раза больше, чем твоя комната, да? Правильно? Ну, хочешь, мы тебе там тренажеров навтыкаем. А хочешь, вообще отдельный санузел сделаем. Папочка. Ну? Папочка, прости, пожалуйста. Пожалуйста, прости. Ну что, что случилось? Что случилось? Я Тихомиру все рассказал. Он к маме поехал. Куда поехал? Прости, пожалуйста, пап. Подожди, сын. Объясни мне все спокойно. Что ты Тихомиру рассказал? Почему он к маме поехал? Алло, да. Андрей Иванович, торопитесь куда-то? Котельников? Да. Понял. Вот так, Сергей Алексеевич, Котельников и манипулировал вашим сыном. Я же ведь, я столько денег вбухал, чтобы вот эта вот тварь вышла на свободу. Я его к себе на службу взял, я ему все. Вот она, людская благодарность. Котельников, между прочим, сейчас в больнице. Врачи говорят, что состояние его тяжелое. А вы ему апельсинчиков купите. А где сейчас Петя? Петя, сейчас этот щенок под домашним арестом. То есть вы не считаете, что во всем произошедшем есть доля вашей вины? А вы что, сейчас меня учить будете? Нет, учить я вас не буду. Просто совсем недавно я точно такую же фразу слышал от вашего сына. Он вас очень сильно любит. И отчаянно хочет быть похожим на своего отца. Очень жаль, что в этом доме до него нет никому никакого дела.
А Петя? Я Петю отправлю в колледж, в Англию. Так будет лучше для всех. До свидания, Виктория Александровна. Всего доброго. Ну что ж, я думаю, что на этом все можно ставить точку. Спасибо вам большое. Сережа, да. Ну так мы идем гулять с Алешкой. Сергей Алексеевич. Да. Надо бы обсудить один личный вопрос. Ну, тогда я пойду к Алешке. Хорошо. Угу. Виктория Александровна. Да? Задержитесь, пожалуйста. Вас это тоже касается. Меня? Сергей Алексеевич, спокойно взгляните. Вот это Витя Потапов. Ну? Юридически он сын погибшей Людмилы Потаповой. А практически? Виктория Александровна, Людмила Потапова рожала одновременно с вами в Балашовском роддоме. И именно она была кормилицей Алёши. Надо же. Но позже, перед тем, как она погибла, она призналась нам, что, находясь в роддоме, подменила детей. Что? Так, так, так. Это что за бред вообще? Как мне все это понимать? Это правда. Если у вас есть сомнения, можно провести ДНК-экспертизу. У мальчика сейчас из родственников осталась только одна бабушка. Мать Людмила. Он очень слабенький и часто болеет. Ну и... мы сочли, что мы не можем не сообщить вам об этом. Если бы эта баба была бы сейчас жива, я бы с нее шкуру спустил бы. Вы совершенно правильно поступили. Сереж, нам нужно поговорить. Вы позволите? Да, конечно. Сереж, Сережа, мы должны забрать этого мальчика. Этот мальчик, он наш сын. Он должен жить с нами. Все? А Алешку куда? Назад вернуть? Конечно же нет, Сереж. Мы воспитаем их обоих. Сережа, они были молочными братьями, теперь станут настоящими. Это наш сын. Сереж, он наш. Я подумаю. Роман Саныч. Привет, Толя. Чем занимаешься? Ну, как вам сказать? Занимаюсь бытовыми проблемами. Придется закругляться. Закругляться? Да, Проскуров звонил только что. Очень просил заехать к нему в особняк. Там что, проблемы? Да нет, я не думаю, что снова какие-то проблемы. Голос вроде довольно бодрый. Давай, сейчас заеду за тобой. Ничего такого мне Проскуров конкретного не сказал. Просто попросил приехать в особняк, да и все. В общем, сплошные тайны. Так что будем работать по обстановке, Толя. Как всегда, Роман Саныч. Слушайте, а Котельников-то пришел в себя? Да. Я ведь был у него вчера. И представь, он мне столько интересного рассказал. 6 лет назад я тогда был директором нескольких проскуровских магазинов. Мы тогда здорово с налогами мухлевали. А потом налоговая прицепилась. Инспектор новый пришел, взяток не брал. Ну и открыли дело за уклонение от налогов. Завели дело на кого? На Проскурова? Тогда договорились. Если что, в общем, я сяду. А иначе статья другая. Группа лиц по предварительному сговору. Ну, это понятно. А он обещал меня быстрее вытащить и денег дать. Вытащил он меня через 2 года. А денег дал только 1/4. Сказал, остальное ушло на взятки и на адвокатов. Сволочь.
Подождите, но он потом же вас на работу к себе взял? Да, ну вот Котельников смотрел и решил еще раз продолжок напомнить. Ну, а Проскуров сказал, что он ему больше ничего не должен. Ты ж понимаешь, что тут Котельникова накрыло по полной. Решил справедливость установить собственноручно. Получается, первое покушение на Проскурова. Совершенно верно. Котельников стрелял. Он уже тогда начал встречаться с Валентиной, зная, что она не разведена с Проскуровым. Ну и рассчитывал на ней жениться. Да, но видишь, получилось, что вместо Проскурова подстрелил шофера. Тогда подумал немножко и решил чужими руками жар загрести. Стал пацана обрабатывать на сайте. Интересно, он не задавал себе вопроса, что будет с Петей после того, как он убьет отца? Похоже, что нет. Ну а теперь его уже и вообще ничего не мучит. Умер Андрей Иванович. Сегодня ночью в больнице и умер. Премия за хорошую работу. Я надеюсь, что мы с вами больше никогда не встретимся. Витя? Оформляю опекунство. Бумаг столько. Бюрократия. Ну что, Лиза, будем прощаться? До свидания. Удачи вам, милая Лиза. Спасибо. Чего? Казанова. Подожду тебя в машине. Сумку давай. Привет. Ну, как дела? Да я курить бросил. Молодец. Уважаю. Отец орал. Жуть. Я думал, вообще убьет. А сейчас? Да сейчас получше вроде. Только интернетом пользоваться запретил. И наняли училку английского. Она говорит, у меня способности. Ты талант. Ну ладно. Давай, успехов тебе. Ты клевый чел. Честное слово. Ты тоже. Клевый чел.